Здравствуйте, в эфире Абакан-24 с прогнозом погоды Ксения Майер. Вторник, 18 июля, день создания органов государственного пожарного надзора в России. По данным МЧС, в этих органах по всей стране проходит службу около 13 тысяч сотрудников. Ежегодно силами инспекторов службы проводится более 750 тысяч мероприятий по контролю пожарной безопасности на различных объектах. Вторник, 18 июля, в Черногорске ясно, температура воздуха днем плюс 26, ночью плюс 14 градусов. В Саяногорске малооблачно, без осадков, днем плюс 27, ночью плюс 15 градусов. В Сорске пасмурно, температура воздуха в светлое время суток плюс 22, ночью плюс 11 градусов. В Абазе ясно, температура воздуха днем плюс 25, ночью плюс 10 градусов. В Абакане тоже ясно, температура воздуха днем плюс 26, ночью плюс 15 градусов. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Это был прогноз погоды на Абакан-24. Всего вам самого доброго!